Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 91. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Тяжелое бремя угнетает меня, и мне хочется облегчить мое сердце. Я долгое время воздерживался от высказывания своего мнения по этому поводу, но теперь одолевающее меня чувство святой обязанности заставляет сделать это. Поскольку я должен буду вскоре предстать перед Господом, то хочу сегодня, что бы ни случилось, засвидетельствовать истину. Если придется, то лучше хочу быть осужденным, как злой человек, но не могу и не вправе молчать. Господь знает, что мое сердце не наполнено ничем иным, как любовью к душам тех, к кому я хочу обратиться от имени Господа. Наверное, многие читатели осудят меня, но не могу иначе. Если я ради истины лишусь вашей любви, тогда мне жаль вас, но не могу и не имею права поступить иначе. Каждый желает одобрения, но если какой-то христианский проповедник ради удобства или ради своей репутации или ради улыбки людей умалчивает часть своего свидетельства, то в конечном итоге Господь потребует от него ответа. Я считаю, что большое заблуждение, с которым нам приходится бороться по всей стране, заключается в учении, противоречащем вышеуказанному тексту. Оно, несомненно, знакомо вам как учение о возрождении через крещение. Противопоставим эту догму утверждению о том, что крещение без веры никого не спасает. В тексте говорится: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». И далее: «А кто не будет веровать, осужден будет, независимо от того, крещен он или нет». Отсюда мы видим, что крещение не спасает неверующего от вечной погибели, и что оно ни в коем случае не освобождает его от приговора, который будет однажды произнесен над всеми безбожниками. Даже если он будет крещен ребенком или во взрослом возрасте, если он не полагается на Господа Иисуса Христа, если не верит в Него, тогда к нему относится этот страшный приговор. А кто не будет веровать, осужден будет.